Всем привет! С вами канал Стофики и я ваш любимый Санечка. Сегодня мы с Калюнькой поедем на реку Печора. Ну а пока мы едем, хочу предложить вашему вниманию рыболовный канал Влад Медницкий. Ссылка на его канал будет в описании. Ну а мы с Калюнькой поехали на рыбалку. До встречи на реке Печора! Ну вот у нас и пошла проверка. Но есть вот такой вот налимчик, небольшой, где-то с полкило, но поймался. Вот поймали на продольнике налима, вот теперь решили потаскать немножечко окуней с Калюнькой. Окуня здесь такие небольшие, где-то грамм по 100, по 150, не больше. Но все равно приятственно, да, Калюнь? Я ловлю на балансир, сколько там, 12 грамм, по-моему. Белый сверху перламутр. Мы с Калюнькой на рыбалке, ветер сегодня сумасшедший. Ну вы, наверное, уже увидели, когда смотрели продольники. Где-то метров 8-9. Ветер хреновый, северных направлений, течение тормозит, продольники все перепутались. Но есть, есть. Значит, можно будет прийти сюда в выходные постучать. Да, Калюнь?
Да, кстати, вот эта вот палаточка Калюнька приобрел. Называется «Медведь». Сколько? 3Т, да? 3. «Медведь 3». Тоже трехслоечка. Только между наружным и тепловым, да? Как? Объясни, Калюнька. Ну как-то так, я. Да, и тепловым находится пространство, то есть она не прошита. Это для, как говорят, чтобы она не обмерзала. А так хорошо, просторно, светло, самое главное. У меня так темнит, очень сильно темнит, а здесь очень даже превосходно все видно. Ну вы сами видите. Светло. А, нет. Клюнул. Вот. На совгеповскую. Сейчас у нас уже, наверное, 1:30 времени. Вот. Буквально где-то через полчаса уже стемнеет. Поэтому заканчиваем нашу рыбалку. Говорим реке Печора большое-большое спасибо. Смотрите нас, ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был ваш любимый Санечка. До новых встреч. Пока. На прощание.